С 1 марта 2022 года в России вступят в силу поправки в законодательстве, которые запретят выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику. Холодильники, стиральные машины, системные блоки компьютеров, а также жесткие диски и платы нужно будет сдавать на утилизацию. Жители городского округа Люберцы могут избавиться от ненужных вещей и вторсырья в Томилино на улице Гаршина. Там установлен мегабак, или сдать технику за денежное вознаграждение. В торговом центре на Комсомольском проспекте 17, корпус 1, расположен пункт ЭКОВАП. Добавлю, что за нарушение правил обращения с мусором предусмотрены штрафы. Для физических лиц от 1 до 4 тысяч рублей, для компаний от 100 до 500 тысяч рублей.